Два помещались в зале, но через некоторое время из того набора остался он один. Мода стала проходить, а специфика занятий карате, изнурительной тренировки, постоянной работы над собой далеко не всем по душе. Ну а к тому, кто готов трудиться, приходит успех. В 95 году Михаил был представлен основателю стиля Фудакан, профессору, доктору медицины Илье Йорге, которому сдал экзамен на получение степени Шодан. Это первая мастерская ступень иерархии в карате. Затем карьера жилого спортсмена пошла по восходящей. Так что я, в принципе, попал по адресу, занимаюсь вот и до сих пор, и постоянно на соревнования езжу, выступаю.